Сегодня у нас 12. Сегодня у нас 15. 15 июля 2017 года. Хочу вам показать ежевику. Сорт Arc Freedom. Ремонтантная. Вот она так вот выглядит на сегодняшний день. Цветет полным ходом. Значит, скоро и плоды будут. Ремонтантная она. На зиму можно ее не укрывать, если желаете. Если вам не важны плоды. То есть плоды, вот они примерно в сентябре будут. А если желаете два раза в год иметь плоды, то на зиму нужно укрывать то, что вот нарастет, чтобы в июне повторно иметь плоды с этих кустиков. А уже в сентябре будет нарастет все новое. Из того нового будут новые, будут ягодки. По описанию. Два раза плодоносит ремонтантный сорт, если вот укрываем на зиму то, что нарастет. Если же просто под самый корень срезаем, то потом в следующем году с апреля месяца начнет нарастать. И вот к сентябрю вот такой куст будет. Хотя, возможно, он будет больше, потому что этому кусту буквально год. Вот он через за год вот такой вымахивает. Возможно, если куст будет старше, то есть 3-4-летка, возможно, он будет намного выше. Будем жить, будем показывать, будем смотреть. Возможно, вы увидите что-то большее для себя. Пока вот так вот. Также у меня данного куста будут саженцы, если кому-то интересен. Интересно иметь такой сорт в своем огороде. Вы можете позвонить мне, телефон я оставлю в описании, написать e-mail. И как-то мы будем договариваться, чтобы вы такой саженец тоже имели. Сам я их покупал, этот саженец. Он мне дорого обошелся, этот саженец. Самый дорогой из всех саженцев, которые я покупал в ежевике. И от многих людей я слышу, что он недешево стоит, этот саженец. Я надеюсь, он оправдает себя своими плодами. Это американская селекция Arc Freedom. Я его хочу вам показать с разных сторон, как он выглядит. Что есть показывать, то показываю. Пчелки очень любят этот сорт, прилетают часто, опыление делают. Наверное, сладкий будет очень. Ну, по описанию сладкий. Когда будут плоды, тогда буду пробовать, тогда уже и скажу вам вкусовые качества.